В студии Галина Солодовник. Добрый вечер. В течение ночи атмосферное давление будет постепенно понижаться, а количество облачности увеличиваться. При этом осадки не ожидаются. Ветер слабый. Теплее всего будет в Курземе. В Лиепае около 9 градусов, Земгале и Латгалии около 5. Видземе холоднее. Здесь ожидается плюс 1, плюс 3 градуса. Днем переменная облачность, обильных осадков не ожидается. Ветер умеренный восточных направлений. Температура повысится до плюс 19 и плюс 24 градусов. И только местами на побережье залива в Курземе ожидается плюс 13, плюс 16 градусов. В Риге ночью переменная облачность без осадков. Ветра почти не будет. Столбик термометра опустится до плюс 6 градусов. Днем облачно, с прояснениями, осадки маловероятны, а воздух погреется до плюс 21, плюс 23 градусов. Тип погоды второй, благоприятный. О погоде все, до свидания.